Да, и ваш тоже. Он был меценат этого. Да. Ты помнишь конкурс, был? Нет? Да, конечно. Блин, он клевый. Так, вот. Это тот человек, который помогает всем. Конечно. Вошли в титр. Ой, у вас получилось? Четыре человека тебя смотрят. О, нифига. Это одна из них, это Клокова. Да, Мишанькина. Пять. Клоков. Это мы и ты. Арби Баксин, привет. Привет. О, вот тебе раз. Вот Клоков научил. Клоков научил. Вот тебе раз. Привет. Привет. Боксер? Боксером привет. Сегодня тренировался. Привет. Здрасте. Поздоровайся с ребятами. Со всеми. Привет, ребята, сделал я Ешанькину твит... твиттер и субботу, перископ Казань. Он все подсадил. Спать, спать не даете. Да. Я занимаюсь перископом Ксюхи Ешанькиной. А ты вот мы будем. Че не спите? Сидим. Готовимся к Таиланду. К Таиланду готовимся. Разрабатываем план. Завоевание. Чем вас удивлять? Вы смотрели «Тайские каникулы»? Смотрели ли вы? Один отписался. Да. А будете смотреть новые серии? Отлично. Не. Тоже перископ делать. Мы будем делать перископ. Все спят. Да-да, обязательно. Нормально, 2 часа ночи. 2 часа ночи, конечно. Кстати, да. А что вы не спите? На работу скоро. Клокова Елена присоединилась. Уровень. Звезды с нами. Фиолетовая, смотри, подключилась бы. А это у меня первое подключение перископ. Пробное. Пробное, да. Да, семерочка зашла. Сейчас скажет опять, Ешанькин бухает. Сейчас запишут, потом будет. Так, а мне надо это... Ешанькин, ну а как ты... Надо Клокову налить допинг. Как ты это... В перископе я? Да. Я Ешанькин. Через U. Y. 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 И сегодня, дорогие друзья, я расскажу вам о том, что... О, Ешанькина присоединилась. Она там сидит сейчас, и это, да? Таиланд не закроют? Ну, пока вроде нет. Информации такой не поступало. А как посмотреть теперь? А вот телевизор. А что ты собрался смотреть? Тебя? Клоков присоединился. Отлично. С нами Клоков. Друзья, задавайте вопросы свои. У нас есть 5 минут до сна. Уже 3. Задавайте вопросы. У нас уже 9 человек. У меня сегодня рекорд. А лайки отмечают, сколько лайков ставят? Нет, по-моему, да? Пень. Смахните вниз. Ой, что это? Опять какое-то бухло. Остановить трансляцию, чтобы развернуть. Чтобы не было много мужа. Да ладно. О, прикольно, я здесь говорю раз, а там потом слышу два. О, вообще весело. Молодая. Вы слышали, я тут говорю, а там слышу, а потом еще раз слышу. Связь прекрасная. Связь прекрасная. Это ты можешь просто написать. Слушай, я отправить не могу, как отправить. А ты мне хочешь сообщение написать? Да. А ты просто скажи. Ты можешь просто сказать. Ксюх, может, ты тоже со мной пообщаешься? Присоединился, Олег Клоков присоединился. Скажите что-нибудь сзади. Там такое эхо. Дмитрий, Клоков, сделайте потише. Ты же уже присоединялась. А я, видимо, еще не могу. Я не пойму, как отправить сообщение. Как? А ты зрителем никогда не был, да? Я ты всегда показывал? А, вот, правильно. Но никогда не был. О, мне эти поставили. Клоков послал. Первый зритель, я зритель, первый раз как зритель. Смотри, меня Клоков смотрит. А ты какому Дмитрию вопрос ты задаешь? Что-нибудь необычное? Ты что, Миша? Сегодня вечером? Ответь. Тебя спросили, отвечай. Чтобы необычное?
Ну, мне кажется, по Таю выйти, побиться можно, прикольно. Дмитрий. В Тае с бадюком? Дмитрий Ишанькин, скажите, что бы вы хотели бы сделать такого? Я хочу кайт попробовать. Там есть кайт. Кайт-серфинг. Кайф я пробовал. Там хороший кайф. Я еле до такси дошел туда, помнишь? Хорошо, что нас никто не смотрит. И все отписались от тебя, да? Записи можно? Да. Ужас какой, ребята. Неужели это будут кто-то смотреть? Даже можно с тогда быстрее. Нет, нет, не смотрели. Может, это сразу один присоединился. Слушай, а можно вот так, типа, я в Екатеринбурге, там, или я в Powerhouse Gym пришел. На хайте в Дахау пришел. Типа, я захожу в Powerhouse Gym, показываю, у нас такой зал, то, папа, привет. Да. Вы знаете, я смотрю со стороны и понимаю, что вы дикие люди. В каком году человек впервые полетел в космос? А женщина — это человек? Ну, здрасте. Мужчина полетел в 61-м, а женщина в 63-м. Ну, здравствуйте, а Валентина. Терешкова. Да. Конечно. А какого числа? Числа. Какого числа полетел? Числа года. Ну, я не знаю. Красавчик, красавчик. 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 А кто красавчик? Ты Гагарин? Бля, Гагарин вообще молодец. Без химии, бля, полетел. Сука, чистый, бля. На чистогане, бля. Да. Я знаю точно, что Юрий Гагарин для тебя это самый первый мотиватор и именно... Самый лучший бодибилдер. Нет, нет. То, что ты решил назвать своего сына Юрия. Миллионером. Ну, именно Юрия, благодаря Гагарину только. В вейп-парке фитнес открыл не я. Влад Кузнецов, знаете, такой, по-моему, был чемпионом СССР. И на самом деле у него было прекрасное тело, хорошее тело, у него хороший спортсмен. Тело, да, и он потрясающий человек, добрый, внимательный, отзывчивый. И он... Ну, не факт. С тобой. Нет, на самом деле, это, ну вот, как я знаю его, да, он хороший человек, да, который дарит людям спорт, да, дарит людям здоровье. И он хочет прививать это. И это самое главное. Ну, прикольно. Да. Я очень рада, что этот клуб он открыл в 2 минутах от моего дома, потому что я могу ходить в его центр спортивный и тренироваться. И, кстати, у него всегда приходят звезды к нему тренироваться. Есть фитнес-клуб в городе, где, говорит, прям такси потом до дома и выпивка бесплатно. Ты такой, ты знаешь? Говорит, нет, жена рассказала. Не, ну на самом деле, Влад Кузнецов, он молодец. То, что он сегодня сделал хорошую вечеринку, очень много людей пришло, да, очень много качков там, да. Камеру переведи на себя. Ты говоришь, сможешь? Да, перевожу. Я хочу сказать, что сегодня была вечеринка, что пришло 303 человека, да. Сейчас я тебе подпишу. Скажу, не, ну на самом деле, что сегодняшняя вечеринка была, она неплохой. Не, ну сейчас и поздно, то, что... люди уже спят. Да, и то, что люди, которые пришли сегодня на вечеринку, поздно, это было прекрасно, потому что очень много людей спортивных, которые единомышленники, да, ну, они кстати, продвигают этот спорт, да, тот же Шелестов, который пришел, да, Бадюк, который вел. Клоков, который был там же, опять же, Ешанькин. Еще очень много разных людей, которые... Да, Таракаш, да. Это была школа и есть... И есть школа СССР, Каракаш, да. Простите, пожалуйста. Там, кстати, да. Легко работает. Да. Так что в этом клубе работают очень многие спортсмены, очень многие великие спортсмены. Клоков, выключи звук, я себя слышу. Не, на самом деле, то, что сегодняшнее открытие клуба «Папа Смит» — это замечательный клуб, это хороший клуб. Давайте приходите и тренируйтесь в нем, потому что Ешанькины там, Клоковы приезжают. Ешанькин не может спать, просто так. Клоковы тоже приезжают туда, и мы все вместе там тренируемся. Так что приезжайте к нам в этот клуб. Бери с собой. Их гироскоп нельзя выдавать. Где спать, откуда эти люди все? Все 7 человек. А нет, уже 8. Все 8. Вопрос вот. К Ешанькину. Я дрыщ, как поправиться? Кушать много не люблю. Кушать много не люблю. Но придется принять, что вы дрыщ. То есть полюбить в себе дрыща. Нет, почувствовать силу дрыща. Нет, на самом деле... Главное, чтобы быть счастливым человеком. Главное, чтобы вы ощущали в себе радость, любовь к себе, как к дрыщу.
дрищ звучит гордо. Если Ешанькин дрищ, тогда будьте таким же дрищом, как он хотя бы. Подожди, сейчас я выставлю ВКонтакте, посмотрим. Главное, чтобы стоял, правильно? Слушайте, скажи, а Путин дрищ? Так, ребята, давайте. Ну, он не дрищ. Ну, скажи. Подождите. Не, ну, некоторые считают, что мужик меньше 80, это не мужик. Давайте не будем затрагивать его. Ну, вот, ну, как вот Ленин, блядь, он вообще дрищ-придрищ, блядь. Ну, он выебал всю страну, сука, прям, блядь, на долгие годы вперед. Ну, Дима. Я заберу у тебя вино. Не, ну, правильно, вот скажите. Сильнее человек, есть только человек. У Глокова 100, у него 10. Глоков уже краснеет. Ильича не трогай. Ильича не трогай. Не, на самом деле, давайте не будем брать политику. Ну ладно, а кто... Нет, политику брать не будем. И религию тоже брать не будем, потому что там тоже все дрищи. Вот. Дима. Ну, так нельзя. Ну, а Папа Римский тоже дрищ. Дима. Ну... Не во внешности дело. Ого-го. Ого-го. Нет, не ого-го, а ого-го. Ого-ого. Ого-ого. Тему дрищей закрыли или продолжаем? Закончили. А вот Ешанькина, она же тоже дрищ. Обама дрищ по-любому. Обама вообще дрищ. Слушай, когда мне сказали, что а вот кто, но семья дрищ. Ешанькина, особенно Ешанькина, употребляет стероиды, посмотрите на меня. Да, какой я стероид? Не, ну алкоголь это стероиды. Какой алкоголь-то? Любой. Не, ну это не стероиды, это запрещенный препарат. Я у Деда Мороза попросил... Никто не подписан, никто ничего не пишет. Сейчас будут счастье, писать, сейчас я выставляю. Прибавилось. Мне самому очень интересно сейчас будет. Я каждый год прошу счастья, здоровья, любви. У меня это. У меня оно есть. Где ты выставляешь? Вон оно сидит. Я ВКонтакте выставил. Елку поставил, нет. Когда мы елку поставили? Зая, мы елку еще не поставили. Ой, зачем это? Куда это? Что это такое? Без названия. А как убрать? Где мы находимся? Елку мы не поставили еще. О, Ксюх, красивая такая на экране. А в жизни нет? Симпатяшка. Ужас какой. Мне Ешанькин всегда пускает. Вы говорите, что я такая там, да, перебиваю всех. Там еще что-то. Я научился это, кстати, между прочим, у Ешанькина, потому что он всегда меня перебивает. Много решает генетика. Вот скажите, генетика много решает? Там генетика важна? Ну, посмотрите на меня. Разве мне доверие? Ну, я думаю, что в бодибилдинге и фитнесе важнее, но в штанге тоже, конечно, важно. Давайте не берем только штангу, но и гимнастика, кстати, гимнастика и вообще спорт всегда омолаживает людей и делает их здоровыми. Не всякий спорт. Именно здоровый спорт. Я не говорю о профессионализме. Нет, физкультура. Я говорю, а именно... это что за чувак? Вот этот? Это плохо. Вы что, не смотрели «Тайские каникулы»? Это герой «Тайских каникул». Да, Клоков это самый первый человек, который создал тайские каникулы, когда собираются все спортсмены. Ксюх, смотри, все... спасибо за то, что ты выпиваешь. Я? Ну да, за то, что ты делаешь, ты же выпиваешь. Нормально. Я сижу там, разруливаю все ситуации, а как раз я уже тут выпиваю. Ну ладно, хорошо. С нами проект 2016, Ксюх, расскажи. У нас... А проекта. Пройти 2016 года. Да, у нас впереди тайские очень... каникулы. Начиная с тайских каникул, у нас будет потом бурная, очень бурная жизнь в том плане, что мы будем развиваться, мы будем делать свои Wi-Fi в центр. Это не только один клуб, это будет несколько школ, которые мы будем делать в Екатеринбурге, мы будем делать в Москве, мы будем делать в Нижнем Новгороде. Дима, это я про тебя говорю, да? Ну, школ и детских садов. О, школы, детские сады, да. Мы уже не раз ходили по школам, показывали, рассказывали детям. Дети не спят, кстати. Да, кстати, 2 часа, у меня ребенок не спит, у него вторая смена, он может проснуться в 12 часов дня. У него школа сейчас начинается.
Ну, опять же, возвращаемся к тому, что мы, Ешанькины, мы несем в школы. Самое главное, что тренировки, показ, рассказывать детям и подросткам, что здоровый образ жизни – это прекрасно, что надо начинать с самого начала. И сейчас мы взяли для себя, вот мы с Димой состоим в благотворительные федерации «Дети нашего двора». И мы проводим тренировки на улицах, мы проводим тренировки в школах, мы проводим тренировки там в спортивных залах везде. И соединяем всю молодежь, всех школьников для того, чтобы они начинали тренироваться и вести здоровый образ жизни. Ну вот как-то так. Ну ты молодец, тебе сразу зеленые лайки пошли. Что Дима будет делать это... в следующем году? Дима, расскажи. В следующем году качаться начну и штангу поднимать. Может, вот Коков предложил выступить по штанге и стать, может быть, кандидатом. Мастером спорта. Я до кандидата не дошел. Ребята, мастер спорта – это 16 лет, 16-летний. Ешанькина добрая и красивая. Ну, на самом деле, красивая, но не добрая нифига. Да? Ну, как бы добрая иногда, но скорее на публику просто играет. Не, она добрая. Добрая. Клоков, как там Клоков, Вася? Клоков, как там Вася, я не знаю. Вася, я могу сказать, как Вася. С отцом твоим фоткался. С твоим отцом фоткался? Нет, думаю, твой перископ же. Да? Бицуху покажи. Покажи бицуху. Покажи бицуху. Какие достижения в штанге? У меня 107-115, как видели в тайских каникулах в прошлом году. Надеюсь прибавить результат под руководством Клокова. Если за меня возьмется Димон, то мы сделаем. Кандидата точно сделаем, да? Главное, чтобы... А что ты меня взялся за твою форму? Шпак, если возьмется за мою форму, я себе сделаю, блядь, силиконовые булки. Как вы к Синтолу относитесь? Расскажите, друзья, Синтол, как пробовали, как относитесь? Что думаете? Сергеич молодец, Сергеич красавец. Кандидат по хоккею. По хоккею это что, чемпион области, Москвы или чего? Положительно. Пробовали? Куда кололи? Кого? Синтол. Я спросил, как относитесь к Синтолу? А что это? Химка ЧМО. Чемпионат Московской области. По химкам. Это у вас надо спрашивать. Я против, честно говоря. Я не согласен с тем, чтобы колоть себе масло в мышцы, потому как это ухудшает кровоток. Здорово, привет. Привет, борец, я тоже был борец. Ну, я так бы тоже. Жизнь борьба, поэтому тоже борец. Юниорку брал, молодец. О-ло-ло. А что значит о-ло-ло? Хрен его знает. О-ло-ло. Мудрец один уже. О-ло. А почему зеленые лайки пошли? Можно без верхушки тогда настегнуть. Это ты съел елку? Зачем ты елку съел? Съел звезду. Мы в Химках, да, в Химках. На Мельниково снег. Про внутримышечно. Ну, а как еще? Внутримышечно, конечно. Если внутривенно, вы труп. Сразу. Невский как там? Да, отлично. Я знаю только, кого мы знаем. Олега Невского знаем, Иванова. Да. Хороший да. парень. А да, вот я вот хотела Невского в саму вселенную там снять у себя... Детей в штангу отдам. Вот этого отдам. Иди сюда, покажись. Нет. Давай. Да тебе уже показали. Вот этот. Подойдет штанга, Дима? Конечно, подойдет. Мне кажется, он прям сделан для штанги. Я тебе для штанги сделал. Я прям старался, блядь, прям долдался. Ужас какой. Я прям такой штангист, блядь. У меня папа, знаешь, когда что-нибудь там починит, он такой, мастер спорта. Да? Да, он когда что-нибудь хорошее сделает, мастер спорта. Блин, я не знаю, это мысли. Клуб Невский. Ну, Невский, это Невский, который Невский-Невский. Который, что он там брал? Шпака брал. Невский шпака брал. Про АЭС, внутримышечно и чё? Ну, он да, про ГС в жопу делает. В жопу это внутримышечно? Да. Да. Ну, чё спросить? А у Лены Клокова спроси. Смотри, у нас сегодня вопросы. Это вообще его любимый. Ваш любимый бодибилдер, Дима. Мой любимый бодибилдер. Шварценеггер, блин. Удивитесь.
Как ты относишься к Спасу Кукоцкому? Можно ли ему верить? Нельзя. Отношусь хорошо, но верить ему нельзя. CrossFit Idol, да, Жене позвонил сегодня, приеду на днях. Без фармы серьезных достижений, смотря в каком спорте. Серьезных и смотря каких серьезных. Любер сказал, что надо делать бицепс, гормон, а не в жизни. Ух ты, надо попробовать. Он что-то поможет. Что-нибудь вырастет, да. Раз Любер сказал. Надо попробовать. У нас 33 уже. Кроссфит люблю, уважаю. Но, правда, результатами не хвастаюсь. Я ненавижу кроссфит. Результаты не очень. К Юрию Спасу Кукоцкому. Давайте мы посмотрим, как будет у нас это. Зубы белые такие нет, не свои, чужие, соседские. Папа с витаминами нет. Папа, кстати, дозировки очень мизерные. И два раза в год только под турнир. Ой, вот по поводу папы, это вообще-то отдельная. Вот это прям честно-честно, в это можно верить. Он делает очень редко и очень мало. То есть прям смешные дозировки. Когда человек... Понимать, смотри, Клоков, скажи, вот ты... ты тренируешься всегда, правильно? У тебя есть всегда твой режим. Ты... проводишь семинары, да? У тебя семинар, ну, каждую неделю, правильно? Да. Ты тягаешь большие веса, спать, да? Вот так же, как у папы. Вот папа тренируется, Дима, каждый день. И вот когда ты тренируешься каждый день и нарастаешь... Сколько лет? У папы? Сколько лет? 35. Ну вот это и ответ. 35 лет тренировок. 35 лет именно только в бодибилдинге. Ну, до этого была тяжелая атлетика. Понимаешь, вот когда ты тренируешься постоянно... Это подсоединил нас к перископу. Да. Теперь и Шанькин в перископе. Подсадил. Вот скажи свое мнение. Если каждый день тренироваться и делать свои задачи, да, именно поднимать те веса, ты всегда будешь в хорошей форме, правильно? Нет. Привет, тогда салют. Скажи, почему нет? Минск, здорово. Разные ситуации бывают. Бывает, заболеваешь, еще разные ситуации. Я не готов философствовать сейчас на эту тему. В 2 часа ночи это серьезно. Не, но все равно, да, вот если ты тренируешься постоянно и регулярно. Это весело, оказывается. Клоков красава, передаю Клоков красава. Не, ну не модно что. На турах качаться можно. Выступать нельзя. Я на плане... Качаться можно на турах? Можно, слава, привет. Минимально, но у него каждый день, он каждый день тренируется. Каждый день, у него нет выходных. И вот это вот самое главное, то, что я хочу донести до людей. Не надо есть там большое там количество химии, там еще что-то. Нет, спрашивай, сколько вес. Людей 36. Но при этом, если ты каждый день тренируешься и соблюдаешь футболки, правильное питание реально классные, и хорошую, да, дорого. Ты всегда будешь чувствовать себя в хорошем теле, правильно? Нет. Привет, Белгород, были там. Нет, опять. Нравится. Пельмени, ребята. Пельмени. Вот что мы здесь. Секрет больших весов. Да. Пельмени. Показывают не пельмени. В Минске семинары даже хотели, с кем-то даже договаривались. Финляндия, привет. Футбол не очень. Так как-то, не сильно. Какие-то они дохленькие, по-моему. Открытие центра скоро. Не болею ни за кого. Рязань ждет толчок. В Украине... Вот он всегда тренируется. Когда у нас это в Украине семинар? А что надо? А что там семинар-то? Вот, пожалуйста, вам перископ. А что за конфликт у Дмитрия Клокова с Зарипова? Ну-ка, давайте-ка мы сейчас узнаем. Кого? Что за... У кого? А кто это? Как? Зарип. «Звездные войны» смотрел только предыдущие 5 серий. А вот хотите увидеть человека, который никогда не смотрел «Звездные войны»? Раз. Да, он существует. Да ладно. Да, ребят, я собрался в компании людей, которые не смотрели «Звездные войны». Из четырех ты один не смотрел. Вы просто уникальны, ребят. Вы уникальны. Ребята, кто ест сейчас? Приятного аппетита всем. Вы офигительные. Дай мне тоже перемешку. Это люди, которые не видели. А вот секрет стройности. Пельмени даревные. Тоже не смотрел. Молодец. Хрустят локти. Прекрасно. Главное, чтобы хрустели так смачно. Что делать на трицепс? На трицепс там, где не больно, то и делать. Там, где не хрустят. Тихомиров удивил. А это кто? Кто поседает? Димон, скажи честно, не устал ли ты бёрпи делать, когда ты по фитнесу выступал вот это ноги? Чего? Ноги
не знаю, это про меня, наверное, по фитнесу выступал, ноги у меня были как бы не очень. Ноги у меня были в юниорах, но ноги были хорошие. У тебя есть футбольный клуб, любимый клуб? Клуб? Футбольный клуб. Да. Нет? За футболом не смотрим. Я в футбол играю, но я не смотрю. А тебя звали маленький Марадона. Он когда был маленький, его звали маленький Марадона. Первая клубовка. Как тренировать кисти, болят при толчке. Как тренировать? Че-че? Кисти болят при толчке. Как тренировать? Никак не тренировать. На тайский еще будет прибавление. Может быть, Яна к нам присоединится. Яна, как ее Яна? Кащеева. Кащеева. Тебе приятно, наиприятнейшего аппетита. А, Тихомиров снимал ролик, да, никакой, как спортсмен, никакой, как человек, не знаю, но после него на файтбазе пропало много вещей и денег, и видеокамеру кого-то спиздили еще. А как спонсор, ну, я бы не стал его брать спонсором ни за какие деньги. Какой состав? Ну, состав озвучивали уже, у нас будет Шпак, Спасокукоцкий, Кокляев, Клоков, Ишанькин. Все с женами. Все с женами, все с женами. А Федора 31 будешь смотреть? А? Федора 31. Кто такой Федор 31? Не знаю. Юбилей? Посмотрите, покормите. Может быть, это майонеза? Покормите меня. Чаще можете быть в перископе. Ну, могу, наверное, в пробках. Хотите, в пробках буду, в перископ. Состав прикольный. У Шпака есть жена. А Емельяненко что? А, Федор. Федора будем смотреть, да? Будет ли цель в толчке, как рывке с паузой? Нет. Не бывает такого, да? У меня не будет. Я это неудобно. На серф хочется очень. Прям вот Дима Ключевский хочется очень на серф, но пока этот балансборд. Почему Дениса Борисова звали? Борисова звали. Не смог. У него в конце января. Семинар в Москве провел в фитнес-клубе. Ну, не знаю. А. Пишите в почту. Договоримся. Иногда бесплатно. Иногда за копеечки. Давай в Москве проведем семинар. Почему нет? Не знаю, почему нет. Что, легко? Давайте вместе с Клоковым проведем. Я знаю даже, где можно провести. Да? Клоков, да. База Тим, приезжайте на семинар. К Ишанькину. Нет. Вместе а вам же, вам же доска сначала нужна? Сначала мы поедем к тебе. Доску я привезу. Давай. Доска у меня есть. Серф. Тема. Дахаб канул. Ну, дахаб это виндсерфинг. У нас не этот, не винт. У нас этот. Традиционный. Сворачиваемся. Звездный семинар. Давайте спать уже полтретьего, да? Скажите, всем приятных снов. Спокойной ночи. Перископ, прикольно. Будем продолжать. Приедем. До свидания всем. Гуте нахт. Вообще прикольно. А как выключить? Пока, сладких снов, до свидания, спокойной ночи. Пока-пока, ура. Звездочка. Здравствуйте, мы уже прощаемся.